Расширяя горизонты, компания GTI открыла новый цех на фабрике по переработке табака. Цель японского производителя – увеличить экспорт специфического товара. Стоит отметить, лидер табачного рынка Japan Tobacco International вложил в экономику Казахстана порядка 80 миллионов долларов. Тему продолжит наш корреспондент. Japan Tobacco International – лидер табачного рынка Казахстана. В планах компании к 2024 году переоборудовать завод, находящийся в Алматинской области. Для этого будет инвестировано порядка 80 миллионов долларов. При этом половина этой суммы уже освоена, благодаря чему стало возможным открытие нового цеха. Мы оцениваем работу нашей фабрики в Алматинской области как отличную. Показатель производительности очень высокий, поэтому мы решили, что нужно увеличить территорию завода. В планах инвесторов увеличить производство на 20%, что позволит создать дополнительно 100 новых рабочих мест. При этом сотрудники фабрики будут выпускать продукцию, предназначенную для экспорта. Об этом сообщил глава Japan Tobacco International в Центральной Азии и Казахстане Виктор Вечлич. Казахстан по постоянному улучшению и бизнес-среды, и особенно инвестиционного климата. Собственно, отражением этих усилий и есть то решение, которое приняло GTI несколько лет назад, о том, чтобы инвестировать дополнительно 80 миллионов долларов на модернизацию нашей производственной линии. И я хочу сказать, что мы ожидаем, что эффект от этих инвестиций мы уже будем ощущать в этом нынешнем текущем году. По словам представителей фирмы, такие марки сигарет, как Winston и LD, входят в тройку самых популярных брендов в Казахстане. В 2022 году фабрика произвела более 8 миллиардов табачных изделий, как для внутреннего рынка, так и на экспорт, резюмировал заместитель акима области Рустам Исатаев, принявший участие в презентации нового цеха. Хочу гостям сказать, что даже если вы зайдете в Википедию, то GTI написано, что изначально, когда вы были созданы очень-очень давно, я никогда не произносил ни одного слова на японском, но там было написано что-то вроде «такушу гайша», что означает с японского «special company». И без преувеличения могу сказать, что для Алматинской области вы действительно являетесь «такушу гайша», являетесь очень «special company» для Алматинской области. Штаб-квартира компании находится в Женеве. Штат сотрудников фабрики, филиалы, которые находятся в 70 странах мира, насчитывает свыше 46 тысяч человек. Japan Tobacco International является лидером табачного рынка Казахстана с долей свыше 42,5%. Численность ее работников составляет около 700 человек. Фабрика выпускает международные бренды марки Winston, LD, Camel и Richmond. Отметим, японская компания является спонсором масштабных социальных благотворительных проектов в Алматинской области и в целом на территории страны. Гульмира Тимиргалиева, Мируэрт Кадырбай, Казыбек Жанкинжибай, телеканал ЖТСУ.